чая еще немного, и в принципе мы наполним эту тележку. Ее надо будет довести. Потому что корабль прыгнуть. Да корабль рядом, вот здесь. Единственное, корабли тоже всякой шняги. Ну, можно там пока. Немного. Там ее оставить пока. Ну там ее немного. Ее меньше, чем в теле. Господи. Свободных ячеек больше, чем. Нет, она прям размером прям с телегу. То есть если корабль? Будет. Да, если будет полная телега, то это будет полный корабль. Там 18 ячеек. Поэтому, наверное, то, что там у гоблинов, надо будет оставить там же. Блин, я бы перекусила. Но нечего, по-моему. Может, яички сварить? Давай, кстати. Мне скажут. Хочу. Так, вроде бы здесь все. А, нет. Да. Не понимаю. Нет, он еще торчит. Шишечка. Ого. Вроде все. Ну. Да, наверное, все. Хорошо, хоть из серебра замок здесь нельзя построить. Почему хорошо? Ну, иначе охренеть как. А вот еще. Вроде бы. Или нет. Нет, что-то просто... у меня там было. Блин, что-то. А, это камень. Подобрать, все поняла. Да, все. Так, здесь все, горишь. У меня сейчас места нет, чтобы включить палку. А, у меня, по-моему, да, у меня тоже. Ну, скинь мне что-нибудь. Сейчас. Вот это. Норм? Да. Где-то пикает. В другую сторону, походу. Да, в другую сторону пикало. Может, ближе? Не понимаю, короче, как пользоваться этим дерьмом. Во. О, вот здесь, походу. Вот здесь. Скелет. Скелет опять. Камень, наверное, идти. Опять, блин, приколы. А в прошлом...
Самый первый скелет, который мы раскопали, там, по-моему, ничего не было, да? Ну да, он пиликал на скелета. Я не понимаю. Не, здесь нету. А вот что пиликает-то тогда? Попробуй снять и надеть снова. Ща. Нет. Ну, сейчас пиликает так, как будто здесь, ну, не рядом. Может, ниже? А у меня не пиликает. А, не пиликает. Дебилоидство какое-то. Угу. Чушь. Сколько здесь надо, блядь, выкопать, чтобы найти хоть что-то? Если бы эта срань нормально работала, может, мы что-то откопали бы. Здесь, кроме этого сраного камня, больше ничего нет. Ну, значит, фейк. Сейчас уйдем с локации, снова вернемся, и здесь не будет пищать. Да? Ну давай, сейчас я уйду, допустим, туда, где не пиликает. Ну я имею в виду в телепорт. Mm. Можешь камень собрать. Пойдем тогда домой, потому что мне еще нужно взбодриться. Так, что тут? Да. Еще бафну. Угу. До тебя дошло? Да, спасибо. Там просто еще дракон летает. Еще я его убью. Блин, все ломает он. Башка с драконом упала. Сейчас подберу. Угу.
Смотри, здесь уже шкур. Ну, я думаю, тебе на сет хватит. Ну, на весь сет и улучшенный. И бошки драконов есть. Отлично. Слизь есть для того, чтобы ты лук себе сделал? Там... Зеленая жижа 17. Давай я сейчас не это... помню, сколько надо. Там хватит железа непосредственно, чтобы скрафтить? Прям железо? Так, чтобы именно скрафтить, да. Тут еще можно его поплавить. Ну просто посмотреть, сколько нужно еще этой желешки набить. Желешка. Можно будет тебя потом кое о чем попросить? О чем? Сделать мне место для рыбалки. Просто там, как сейчас, я не могу удочку закинуть, она за... как ее называют? За крышу цепляется и не кидается. А, ну здесь ты имеешь в виду сделать место для рыбалки? Ну да, где-нибудь там подальше или поближе, неважно, можешь... Либо я сама себе лучше его сделаю. Можно я сама себе сделаю? Можно. Только я, наверное, сделаю там, где не где мы выплываем, а куда мы, ну... Туда, в другую да, сторону. Да, то просто мы не выплывем там. А здесь прям обязательно нужно, чтобы рыба плавала? Или... Да, да. Именно чтобы она была прям в воде, ты ее физически чтоб видел. Потому что, ну, выкопанная лужа, я не бу... если не будет рыбы, то как бы ты ничего не поймаешь. Хотя, в принципе, может быть и... Попробуй просто проверь. Не делать. Не, я имею в виду... Нет, то, что она должна быть, это 100%, там даже писали об этом. Я имею в виду, просто, может быть, даже и не делать место для рыбалки. Можно и с этой кочки порыбачить. Не, я там хочу, ну, облагородить. Просто здесь так красиво. Тут маленькое дерево красивое растет, мне так нравится. Прям вот эта кочка, она такая красивая. Хм. Но я хочу со стороны, где мы выплываем, облагородить. Ну, какие-то мысли есть. Пипец. Может быть, конечно, получится. Это, блин, повозка перевернута, здесь, блин, кишки валяются. Хм. Ну тут дед какой-то пришел, смотри, прям перевернутая. Какая-то мразота ее перевернула. Тут постоянно, блядь, ошиваются. Как у себя дома. По-моему, все, закончился. Металл. Трансляция началась, прикинь, пишет. А мне Steam. А мне Steam просто так от балды.
Может... Я просто не поняла, почему трансляция началась. Только ощущение, будто кто-то заходит и смотрит тебя. А у меня почему-то написало, что твои игры для меня доступны. Как будто ты не в сети стала. Допустим. Габен, блядь, починить не может уже 20-й год. Мразота, блядь, еще здесь и факел сломал. Все, значит, нужно тележку тащить. Бегу. Да и здесь... Короче, все факела переломали. Прям тащить? Да уже готов? Да. Ее, в принципе, просто с горы спустить как-нибудь. В какую сторону? А, вон в ту. Вон туда. Ну там вроде бы удобно с горы спускать там. В принципе, даже и, наверное, прорубать проход не придется. Я что-то немного заблудился. Все. Много волков? Нет, это зеленая срань, черная. Это я. Ты чего? Испугалась, чего? Так, я все, я к тележке. Там кто-то еще. А. Сейчас помогу. Давай, иди сюда. Так. Сейчас сначала пойду камень отнесу, а то у меня полные карманы камня. Блин, наверное, это нужно либо
играть в невидимки, либо что-нибудь еще, то мало ли заказчик такой глянет, ну-ка, что там делает? Ну идет меня стимить, типа я сижу играю вместо того, что присти. Ой, блин, ты что? Он налила, блин, короче. Ну, тут не, это другое. Ой, опять это другое. То не это, то не то. Пока сюда вот так положу. Да, это был я. Так, все, теперь эту тачанку надо как-нибудь в какую-нибудь сторону. Желательно направо, но я, наверное, даже не подниму. Я, блин, с места-то сдвинуть не могу. Давай я, может, заберу половину, так потащу. Давай. На горбе. Ну там не половину ты. Ну не половину, да. Полстака, да, хотя бы. Половину. А можно сделать вторую тележку? А, нет. Можно на несколько тележек разбить, тогда будет. Ну да. Ладно, сейчас. Там нужно 10 гвоздей и 10, по-моему, или 20 дерева. Сейчас тебе скажу, что надо. Да, 10 гвоздей и 20... Просто... Сделать? Пока просто мне ресурсы нужны. Сейчас я ресурсы возьму. Допустим... А чё, дерево? Так... гвоздей. Можно, кстати, не сильно заморачиваться, можно сделать просто второй корабль и все. А нет, там из железа гвозди нужно, что-то жалко тратить. Что, лучше пригоним просто? Да, я лучше тогда пригоню. У нас будет, блин, все в кораблях, такое себе. Так, ставлю, наверное, сразу еще тележки. Блин. Ща. Угу. Так, там волк. Осторожно. Не промахнулся. Нихера там тележек. Ну да. Ты уверен? Давай помогу. Давай за тобой пойду. Ща. Телега уносит. Да, она будет. Помогите! Так, пойдем вот в эту сторону попробуем. Там как раз вода близко.
Вроде кое-как да взбираемся. Ты уверен, что там вода близко? Угу. Мы не туда идем. А, я поняла тебя. Зато со спины не нападут. Так, сейчас подожди. Дерево, ты немного мешаешь. Так, едем дальше. Стрёмно. Можно это сесть на телегу и... Мне кажется, так с нее падать больнее. Да там просто высоко было. Давай, 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 давай. Оп. Ну смотри, нормально путь выбрал. Да, теперь главное заполнить этот путь. Так, стоп. Все. Да, ты отличный путь выбрал. Кустах застряла? Нет. Подняло? Да, и все. То есть мои ноги-то не на земле. Ща. Подожди меня. Я просто не знаю. Самая телега, блин. Ну как мне ее теперь отсюда? Блин, он реально в кусте застрял. Придется пожертвовать телегой. Все. Блин, еще один куст. Все. Короче, надо кусты по пути рубить. Вонючие. Мы как раз к деревне Драугов пришли. Все, теперь обратно за второй партией. Ой, ужас. Ну, ничего не поделаешь. Чертополох. М? Чертополох увидела. Еще собака сутулая псина. О,
чё, интересно, твою тележку запорошило снегом, а эту нет? Потому что я её поставил на снегу. А, всё, я поняла, вон выехала у меня на снег, тоже стала снежной. Только ради того, чтобы, блин, перенести три вместо одного стака. А там даже стака одного не получится, полстак. Вон, пока скатываюсь. В смысле, полстака чего? Ну, мы целую тележку используем для того, чтобы только три стака. В каждой тележке по три стака было. Вон, по четыре, так, волк слева. Не стало волка. Два снипера. Волк, успех ушел. Ой! Да, ща. Смотри, второй заход быстрее намного. Блин, не то. Да нормально, помогло. Теперь главное запомнить, где наши телеги стоят. Да, я это. У меня здесь метка стоит уже. Все. Как, со мной или. Да, с тобой поеду. Поплыву, мало ли как карп большой вылезет. Единственное, конечно, хотел это. Чё? Ну, в воду поставить, погреть. Малина. Ну, сейчас поплывем, в принципе. Хоть черник. Хотя мне больше нужно... А, куда полетела? Блин, они улетают, катапультируются. Странно. Ну, это, видимо... Ну, это из-за стивого... Так. Что это был? Волк? Нет, это был скелет. Не понял. Вонючий грейт дворф. Грейт вульфы. Туда бегу. Волк. Где? Наверху вон стоит как плотва. А, Симба. Бля. А, шкура. Еще один бежит, его собрал. Блин, стамины нет. Ты далеко? Я рядом, сзади прям. Ладно, придется завязать. Блин, стамины нет! Блин, промахнулся. Почему у меня... Оно сквозь волка проходило и типа, ну, не попадало, ноль урона было. А у меня тоже
Здесь... Она прям, я вижу, как сквозь волка прошло и, блядь, не попало. Игра, блядь, кусок говнины. Прикол такой, да? Здесь иногда хитбокс большой, а иногда с профиль, допустим, в профиль. То есть ты впрямую смотришь на чувака, попадаешь там, неважно в какую часть тела, как бы попадаешь. Вот, а как только он к тебе боком поворачивается, пролетает, например, сквозь руку начинает. Это с големами так. Да, блядь, кривая косая. На говне и палках держится. Надо еще яичко было забрать. Ну, либо пусть валяется пока здесь. Можно прибежать потом забрать. Ха-ха. Ну, я в плане того, что это корабль, когда пригоним. А, ну ладно. А ты где? Я бегу, здесь просто был. Со стаминой. Так. Приди этот комфорт 16 ловить. Так, все, 23. Куда? А, в кач-древ. Через пробел. Это мне надо написать, типа? Да. А какой портал переименовать? Который холод 2. А чё не который возле бочек? В общем, как какой тебе удобно, такой переименовывай на самом деле. Ну, мне не знаю даже. А здесь какой? Чё здесь? Торговец. О, медовуха готова. А! Ну ладно, давай холод 2 переименую в кач-древ. Все, можно идти? Да. Смотри, прикол. Это лайфхак. Ты можешь, в принципе, по всему дому бегать. Угу. Вот, и, ну, получить бодрость, заряд. Вот. Потом просто прийти там, допустим, в 16, угу. И он тебя обнулит. Сразу или 20 секунд ждать? Нет, сразу. Ну, в плане поднимет. То есть там, где у тебя будет больше комфорт, он будет сразу поднимать до выше. Думаешь? Ну, вот, смотри. Допустим, 22. 23, видишь? Слушай. То есть можешь спокойно там заниматься своими делами, делами бодрость получил, и потом быстренько подбежала сюда, он... Нихера. Вот это новости. Ладно, ок. Ничего себе. Вот это лайфхак. Так, я зашел. Лайфхацк. Надеюсь, здесь никого не будет. Ну, птичка. Так, еще одна. Ты, надеюсь, их не обсидиановыми долбишь? Не, простыми. Ладно, поплыли. Поплыли. Тут больше ловить нечего. Вон там гоблин уже стоит, ждет. Да пусть стоит, ждет. Вонючий гремлин. Так, у нас, в принципе, место есть свободное. Все. Да, тут хватит. Вот это дерьмо выброшу. Только давай по дороге выбрось. Ну да, я так и хочу. Так, как поплыть?
Давай через низ, как раз внизу очертим, откроем. Через низ, потом через речку, да? Угу. Или попробовать через болото. Хотя, наверное, через болото не проплывем. Давай через низ, ладно. Ну, мы там уже, видишь, вон есть вроде тоненькая ниточка, мы там проплывали. Не, через тоненькую, да, я имею в виду вот прям вот здесь. А, ты прям здесь думаешь проплыть? Ну, мы, скорее всего, там не проплывем. Не проплывем, давай через низ. Блин, почему я не могу этот пинг ставить? Или это только... Может быть, только сервер. Ну вот, короче, просто вниз тупо плыви. Да. И обогни вот это, видишь, две эти территории гоблинов там. Угу. Ну. Ну, посмотрим, что там еще здесь есть. Может, мы еще высадились в самом говняном месте, которое можно было себе представить. Давай. А что это они быстрее, чем наши корыта? Ну, потому что у нас корыта. Ну, а, не буду их трогать, все. А он что-то сам один умер. Сам умер? А от него нос остался или утонул? У него вроде утонул. Утонул. Ой, уже по их. Он, походу, врезался и... Ой, дебил. Буду. Блин, думал здесь. Где ты плывешь? А что это там за куча камней? Да я. Зачем? Там не проплыть. Ты видишь, что ты не выплывешь? Да, я вижу, поэтому разворачиваюсь. Я не понимаю, черт тебя понес туда. Ну думал, что будет на... ну просто направо и все. Равнины.
перышки заберу. Ой. Вон там тоже перышки забери. Видишь, видела, да? Нет. Вон, вижу, вижу. Сейчас я пока корабль разверну. Здесь есть, по-моему, этот подземелье, где гоблины. Да, их там деревня, это вонючая. О, птичка. Блин, как он так? Блин, комар. Так, бафнись. Могу идти за перьями. На всякий случай помечу, что здесь возможно гоблинская. Так, все, возвращайся. Угу. Еще быстренько морожку соберу. Странно, что за хрень? Типа, вам холодно, у меня же броня от холода. В чем прикол, вам холодно? Игра, блядь, у тебя вообще мозг есть? А, может быть, из-за того, что это промокшая. Промокшая. Ну, давай, все, запрыгнула. Да, тогда ладно. Тогда соглашусь, согласна. Претензий нет. Птичка! Блин, там снова пти... Ща, я не... Ща, я, ладно, я сам, заберу, да. Чё, слишком... Чё говоришь? Нет, там что-то у меня было написано непонятное. Да, наверное, опять, типа, слишком другое оружие или там... Что делаешь? Толкаю, чтобы развернуть побыстрее, всё. Толкнулся. Садись. Не понял. Нормально все. А, пол хп. Да нормально, нормально. Ладно. Блин, сейчас бы уже, наверное, огибал бы. Ну, точнее. Я тебе сразу сказала, не знаю, что ты сюда попёр. Да и потому что... Ну, ты же видишь, что здесь вот так как не выехать, вот здесь. А, вот здесь, вот здесь я видел. Ну, как бы видишь, я поэтому подумал, что, может быть, вот так будет. А чё тогда выше не поехал? А, там болото, там мы как раз решили поехать вниз из-за того, что болото. Я не думал, что вот эта дорожка приведет обратно туда. Ну, не знаю, я тебе сказал сразу, что не нужно туда ехать. О, можно по... А, ладно. Чё? О, чувак стоит. Где кто стоит? Где? А, уже исчез. Ну, этот, который исчезает. Ой, жить! Может, на них поохотиться? Там гоблины рядом, толпа. А, у меня тоже. Мех. Много дерева. С гоблинами, блин. Да, тут везде гоблины. Зачистка аванпостов. Угу. Вышки, блин. Да. Блин, спавн бы у них увидеть, где... Я что-то не смогла найти спавн. Смотри, их прям толпа.
Может, на эту кнопку поставить карту? Или инвентарь? Я на боковую поставил карту. Вот я и думаю. Реагировали. Дебилы малолетние. Скелетов сагрались. Такие, это вы в нас стреляете? Скелеты такие офигевшие. О, блин. Нет, но раз стреляем, значит постреляем. Можно к берегу чуть-чуть подплыть и, короче, из этого, из лука пострелять. Как в казаках. Ну, кстати, можно, да. Эти придурки все равно. Ой, да что там такое? Что-то светится, и над ним какие-то светлячки летают. Это просто светлячки, а светится это луна. Отражение, ясно. Да, в мокрых. А что интересно, значит, прямо светлячки над одним местом летают? И как это понимать? Да просто светлячки. Чё эти ныряют? Птица. Ну, за рыбой. О, там рыбы столько. Сейчас увидела. У меня вообще ничего не видно. Ну там прям такой. О, нифига там. Как факир. Да. О, блин, заспавнились. Чертополох. О! Оленя подстрелил, скелет. И сразу деды набежали такие. Красиво природа. В естественной среде обитания. Голос от раздола не хватает. Да. Развлекаешься? Да, что делать? Да, еще ехать и ехать. Зато до другой массы костей можем доехать. Жаль, что, например, они, ну, не усиливаются, если разных, ну, одних тех же боссов в разных локациях бить, и сама масса костей, ну, не усиливается. Вот тогда... Ну, там хотя бы откат на минуту поменьше. Как-нибудь так. Ну, кстати, да, нормальное усиление. Именно разных, в разных алтарях. Да. Чтобы не было одних и тех же не бить. Ну, да, да. Тогда как бы дополнительный этот стимулятор, стимуляция того, чтобы... Угу. Так, смотри, там речка. Единственное максимум, за что мы можем, ну, еще раз пойти на массу костей, это чтобы его башку повесить. Угу. А гибать или поплыть? Ладно, гибать. Ну давай, вот эта речка сквозная. Зато хоть попутка будет. Ветровая. Ой, блядь. Я чуть не ожидала, что если разгонюсь... О, ну-ка. Садись. Я буду качать бег. Либо толкать корабль вперед. Ой. Да это камешек, наверное, кинул. Чертополох.
нормально. Лучше это. Потому что я сейчас здесь буду маневрировать. Ладно. Так-то ты не утонешь ничего. Вон он, заброшенная лодка. И там что-то лежит. Сколько так? Треть хп осталось. Да, нет, не треть, даже 1/5, поэтому надо починиться. Сейчас вот здесь прям. Деревяшки здесь валялись, заброшенные лодки. Сейчас прям здесь припаркуемся, потому что. Так, мне нужно дерево сейчас. О, блин, корабль чинить надо уже за эти. За дерево. Ну вот. Может быть, просто оно было в кармане? Может быть. Ты можешь это прицепиться к кораблю? Да. Неподходящее место. Неподходящее к чему? Вообще, а мне почему-то пишет. Что такое-то? Неподходящее место. Чиниться или что? А, подожди, все, нормально. Это я. Ну все, я починила. Я тоже. Да я из-за того, что у меня верстак был в этом, а я навожу, у меня верстак исчезает, и я не могу понять. Ты здесь верстак оставишь? Да, пусть будет. Дерево не нужно. Это я просто пытался вот верстак. Вот я тоже не особо поняла. Ставлю, что здесь верстак. Ну да, вон зимняя гора. Высокая. Да. Наверное, поставлю метку. Возможно, там зимняя. А, ну там уже кусочек горы виднеется. Какая-то она странная, да? Угу. Прям что-то как-то. То ли такая текстура.
Оп, загрузилась, да? Да. Ладно. Хрень. Ладно. Ну, я главное пометила, там открыла немножко карту, угу. Чтобы... Давай, запрыгивай. Как Артур. Боком так несет. Бедный Бэмби. Бэмби. Вон, великана постреляй. Он там кушает, что ли? Кто где? А где он? Справа. По правому борду. Ну как хочу, чтобы он сам сдох. Олень, походу, двухзвездочный. У него там такие рога огромные были. Вон, смотри, какие рога у него. Вот это двухзвездочный олень. Видишь? Да. А, нет, однозвездочный. Убей тролля, он подходит. Уже не подходит. Нет, однозвездочный олень. Все еще. Блин, там пипец, столько камней. Ладно, я проплыву. Ой, там смотри, пипец, блин. Чё, где? Камней? Ну, испытания. Веселуха. Как по порогам. Я специально приспустил на средних, ну просто чтобы видно было, а то я, когда паруса опущены, я не вижу, что передо мной. Так, налево или направо? Налево или направо? Налево. Налево. Надеюсь, там... Еще не тролль. Так, там, по-моему... Там вообще грустно. Поэтому... Направо, значит. Блин, тролль. Пойду с ним разберусь, короче, что он жить не даст. Да, я сейчас пока выйду отсюда. Денюшки. Залежёлого. Денежки, в принципе, нужны на расходники для рыбалки. Во. Да. Но там эти расходники... Сейчас, я торможу. Всё. Блин, комары убивают этих оленей. Олень такой ходит, комар такой пролетел, блин, и дальше там куда-то полетел. Да. А он охотится, смотри. Ух, еще минус один. Что на нас будет охотиться? Ну не, проигнорировал. Ну нет. Корабль бьет. Вон еще. Отлично. Идиотские комары.
Грибочки. Целая полянка. Дэм. Сейчас из одной речки в другую. Свиньи-то купали. Еще один комар сзади. С десятого раза попала только. Единственное, жалко жало. Да. Он там, с него делаются на данный момент самые, да, острые стрелы. О, ты решил по этой кишке проехать? Ну, да. Все равно быстрее будет. Да и ветер в спину. Ну, ладно. О, рыбка. Вон, смотри, рыба. Плавают. Угу. Такие крупненькие, красивые. Ну, типа осётр. Осётр. Блин, в полете птица вообще нереально. Если вообще можно. Ой, блин, смотри, сколько этой ягоды. Где? Какой ягоды? Малины. Я не вижу. А мы прям быстро проплыли, я не... Ну и ладно, похер. Музыка, конечно. Мех. В смысле? Ну какая-то... What the fuck? Здесь просто место, видишь, какое. Ну, давай, 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 поворачивайся. Потолкнуть? Не-не, не надо. Морожки столько. Его раздавили. Кого раздавили? Комар прилетел и лопнул. Mm. Зависть. Попала. Я придурок застрял. О, там такие камни, как пальцы, вот так, как будто держат с ногтями. Да-да-да. Хочу все это посмотреть. Сейчас скоро посмотрим.
воняет. Птичка. Так, ты там будешь огибать. Угу. Еще быстренько заберу перья и попробую тебе догнать. Блин, морожка. Я не могу мимо нее пройти. У тебя сейчас сколько перьев? 18. Ты едешь на... Да, вижу. И как мы сюда вылезем? Сейчас вылезем. Он не толкается. Там гоблин. Фу, блядь. Ща. Блин, одна звездочная, осторожно. Угу. Сейчас на нормальные стрелы перейду. Назад не беги, там еще гоблина. Хера себе он меня. Блин, я вообще-то просто за птичкой пошла. На всякий случай. Да, уже не надо. Там просто рядом еще ходит, так что. Птичка. О! А у меня закончились обычные стрелы, так что... Все, поплыли. Ну? Давай, я просто тебя жду. Нет, тебе плыть надо, я просто... Ой, ладно. Просто если бы ты развернулся, мне было проще. Мне не так просто развернуться. Мне сейчас проще назад отплыть. На подальше. Ладно. Птичка. Блин, а получается обсидиан-то очень... Ну, то есть, как бы его легко добыть, но... Вот мы сейчас все горы облутаем, и все, будем без обсидиана. То есть он же не возобновляется. Ничего. Комары возобновляются. Без волны, блин, вообще полностью. Ты уже прозвенела 100 лет назад. Да, я знаю, я этот. Хочу доплыть и... И что, и спать, что ли? Нет. Что? Че? Покушаем. Ну ты зеваешь. И что? Признак того, что ты хочешь спать. Признак того, что мне нужен кофе. Как тебе такое? Ну, я даже не знаю, что мне это ответить. О, сломали наш этот верстак. Походу. Он здесь был? Ну... Ну, нет. Нет, нет, это я просто это я просто гоблинов отметил. Возле камня припаркуюсь.
Наверное, не надо возле камня, да? Ну... Ща. Да нет, в принципе, можно. С корабля прыгать на камень легко, вот. Смотри, бэмс. Все, все, вроде пристыковался. Так, ладно, давай паузу сделаем.